Всем привет! И сегодня мы на Российской энергетической неделе. И для тех, кто не попал сюда, решили сделать небольшое видео, чтобы вы понимали, что здесь происходило. Экспозиция, на самом деле, не очень большая, и она в основном ориентирована, она больше носит характер представления компании, нежели представление каких-то технологий. Ну вот, допустим, «Газпром». Да, видео, рассказывает про компанию, ну и, в общем-то, все. Или «Транснефть». По энергетике, к сожалению, здесь совсем ничего нет. Ну, как я уже сказала, стенды носят представительский характер, просто для того, чтобы компания могла немножко рассказать про себя. Далее «Русгидро», но начнем мы, конечно, со стенда Россетей. Вот такой он в этот раз большой. И на этом огромном, я бы сказала, экране представляется концепция цифровизации. Я не буду на ней подробно останавливаться, потому что мы про это писали уже несколько раз. Если вы пропустили, то на сайте цифровой подстанции вы вполне можете найти подробное описание концепции в разных видах, видео, картинки и так далее. Ну, в общем-то, стенд такой очень и очень масштабный. Есть вот такие вот панель для управления всем этим. Ну, вот, видимо, сейчас будет подписание какого-то соглашения. Все суетятся. Дальше стенд «Новатэка». Ну, вот, в общем-то, выставка, можно сказать, соревнование, у кого больше телевизор. Ну, тоже масштабно. Дальше «Росатом». Вот он. Посмотрим, что у них показывают. Вот видите, атомные танкеры показывают. Как я уже сказала, «Русгидро». Вернемся к нему чуть позже. «Сибур». «Сибур». И «Республика Татарстан». Вот видите, энергоэффективная республика. Вот. То есть тем, кто ищет на этом мероприятии какие-то технические решения, ну, в общем-то, это потерянное время, потому что никаких технических решений тут не представлено. Вот. Ну и самая интересная часть, на мой взгляд, это часть, касающаяся конференций. Но те, кто не попал, не расстраивайтесь. У нас на сайте даны ссылки на прямые трансляции. Посмотрите, выберите для себя интересное и с кружечкой чая можете насладиться этим, не выезжая из своего города или не выходя из своего офиса. Ну, вот это вот, как ни странно, стенд «Русгидро». Видите, может быть, грядет... Хотя нет. Наверное, это... А, это «Фортум». Это «Фортум». Понятно. Ну, не только телевизоры, но и макеты. Прекрасно. Так, ну вот, дойдем до «Русгидро». География присутствия. Все станции. Пока нет, наверное, что у нас здесь? Глобальная энергия. Ну, вот видите, даже без робота не обошлось. Прекрасно. Прекрасно. Отлично. Так, все-таки зайдем на «Русгидро». Ну, вот тоже краткий обзор объектов. Есть даже, смотрите, прекрасные открыточки. Можно взять себе кусочек гидроэнергетики домой. Так, дойду. Терпеливо дойду. «Транснефть». Вот у «Транснефти» тоже макет. Макет. Вот, немножечко технологии. Все-таки она существует здесь. Очень интересно.
Ну и вот Русгидро. Прекрасно. Гидрогенерация, а внизу инфраструктура. Ну, в общем-то, я могу сказать, что мы обошли практически все. Есть несколько стендов еще на минус втором этаже, но основная экспозиция вот эта. Так что думайте сами, решайте сами. А повторюсь, конференц-часть можете найти у нас на сайте и подключиться к трансляции. Все, всем хорошего дня!